Дорогие друзья, три человека. Игорь Гудков, он же продюсер, он же панкер. Алексей Рыбин, он же сценарист, режиссер, он же рыба. Он же Николай Фоменко, он же актер, он же Фома. Вот это вот рыба, панкер и Фома, это все в молодости. Мы сделали картину, которая, наверное, интересна только нам. Сделали кино в памяти Майка Науэнка. Называется этот фильм «Джонни». И выйдет он 13 июля в кинотеатрах. Приходите посмотреть. Вы, конечно, ничего не поймете, потому что, ну, не знаю. Это такой арт-объект. Что было бы, если бы Майк не умер? Я знаю, что вы не помните и не знаете, кто такой Майк, что такое группа «Зоопарк», что такое вообще ленинградский рок образца начала 80-х. Да это и не важно. Просто сходите в кино. Вот и все. Не знаю. Зову вас. Давайте.